попытаюсь опознать. Я в Майнкрафте начинаю ход суки, что в Майнкрафте существует Plastic Monster по названию Херобрин. Херобрин — это существо похожее на стиле, только с главными глазами. Сейчас я стану топором, чтобы прервать его и говорить, что кто его не видел, тот умирает там через 5 секунд. Я хочу это проверить. Так, вот все. Должно через 5 минут начаться погода в горе. Тоже начаться плавать и дождь, но пока что не идет ничего. Но надо подождать. Так, это уже интересно. Что? Так, он начался. Херобрин еще не видно. Постойте. А что это там? Что это? Что? Как это такое? Как это? Как это объяснить? Это что-то удается вообще всем законам игры. Почему я его телепортировал? Как это может быть? Я даже настроил портал, нет. Что это там?